И в очередной раз, и уже традиционно, автостоп проехал в Автоград. Что на правде 59. Для чего? Для того, чтобы вас познакомить с очередным автомобилем. И наверняка кто-то из людей типа авторитетных скажет: а где более-менее конкретная информация? Ну, в автостопе нету информации о угле развала вашего двигателя, высоты поднятия клапанов и другой ненужной всякой всячины. А для меня больше интерес представляет, да, как, собственно говоря, для любого магнитогорца, степень развала моего кошелька после приобретения автомобиля. Так вот, чтобы кошелек не развалился, есть генерация новых автомобилей, доступных и вполне комфортабельных. И при этом это очень неплохие автомобили, и Hyundai Santa Fe один из таких. Ну, скажите, вот автомобиль стоимостью в 750 тысяч рублей. Да, этот автомобиль перепрыгнул из разряда паркетников, хотя и базируется на несущем кузове. Но, тем не менее, полный привод. И при этом, ну, очень неплохой, нормальный джиповский фарш, который позволяет вам грузить путем открывания вверх задней двери все, что угодно, складывайте сиденье, можно и поспать. Если не хотите открывать дверь, ну, типа тяжело вам, можете открыть стеклышко. И, пожалуйста. Что под капотом? Под капотом этого автомобиля двухлитровый дизелек, кстати. Да-да-да. Турбированный. И что мне очень сильно понравилось, это интеркулер. То есть, ну, система промежуточного охлаждения воздуха. Дизеля любят прохладный воздух. Так вот, он располагается в недоступном месте для всякой мошкары и всего остального. Прямо сверху. И отдельные воздуховоды позволяют вам, ну, собственно говоря, не напрягаться и ездить на 112 лошадиных силах везде и всюду. И раз мы говорим, что это дизель, соответственно, дизеля отличаются небольшой прожорливостью и очень неплохими, скажем так, динамическими характеристиками в смысле крутящего момента. Это все-таки Common Rail. Пассивная безопасность. Что это такое? Это два аэрбэга и плюс солидное пространство перед капотом. Во всем остальном, ну, вы сами подумайте, сумма более чем такая доступная. И в некоторых банках вы можете обойтись и без каска. И при этом здесь есть климат-контроль. Ну и, соответственно, очень приятно выполненный салон с большим количеством всяких там подстаканничков. Так, дальше что? Ну, кто-то может пожаловаться, что пластик не обладает сверхблагородностью и не сильно похож на кожу. Ничего страшного, зато он не гремит. Это тоже плюс. И огромный плюс – это мощная кредитная служба у Автограда, что располагается на Правде 59. Пожалуйста, приходите, выбирайте. Внедорожники от Hyundai, так же, как и вся продукция Hyundai, которая собирается в Таганроге, цена невысока, потому что производство располагается в России. Соответственно, на табличках уже российские знаки. Соответственно, вам нет необходимости проходить ИКО. И в заключение я скажу так, что Автоград, конечно, позволяет вам ездить на любых автомобилях. При этом он не мелочится на разного рода китайские автомобили, да? Не пытается вам впендюрить сверхдорогие корейцы, хотя есть и отличные корейцы типа Сангьянг. Ну, есть и машина, конечно, элит-класса, это BMW. И в итоге, при одном только визите в Автоград, вы уже сами начинаете задумываться и уже выбирать новые машины, которые, с моей точки зрения, более чем доступны, а по комфорту, условиям эксплуатации, они удовлетворят любого, даже самого придирчивого магнитогорского автолюбителя, который, ну, не разменивается на всякие кривые понты, типа там крузаков, купив которые, он потом полгода будет, ну, понятно, что сосать. Совсем это будет не леденец. Автомобили Hyundai, так же как Sanyang, так же как Fiat, они более чем доступны.